Идем за посылочкой. Холодно на улице, сильный ветер. Так что уже дома расскажем, что к чему, какая посылочка. Будет очень интересно. Забрали посылочку, идем домой. Новая почта не хотела отдавать. Говорят, не работает программа. Ой, мы начали с женщиной одной возмущаться. Там еще одна женщина была. Что типа не работает программа, давайте нас рассчитывать, потому что кто будет нести ответственность, если наши растения, допустим, попортятся. Пошли мы к начальнику. Он нам отдал посылки, взял деньги. То есть он их деньги проведет позже, когда программа будет работать. А так работники новой почты сказали, приходите завтра, ничем не можем помочь. В общем, пришли мы уже домой. И давайте открывать. Ой, на улице холодина. Поэтому я же говорю, я не хотела, чтобы посылка еще лежала. Так, много-много бумаги, чтобы не болталось, это хорошо. Горшочек. Так, аккуратненько, я уже вижу корешки. А безлаберно завязала, как-нибудь, хоть бы зафиксировала. Так. Ну, молодец, хоть не полила. Сухенько все. Все сухенько, все хорошо. Значит, что это? Это пенек после омоложения. Пенек видовой орхидеи очень-очень редкой. Название я вставляю. И пример цветения тоже. Он мне обошелся, ну, неприлично дешево. Девочка отдавала практически даром. Вот. И она уже была забронирована, этот пенек. Корешки все живые, хорошенькие. И получается так, что я предложила больше и просто-напросто перебила бронь. То есть деньги решают все. Я подумала, пусть будет. Почему? Потому что орхидейка действительно стоящая, действительно она редкая. И это заказ... Это у нас орхидейка от Швертера. Кстати, да, название. Название. Она цвела. У девочки цвела домашним цветением. Также она мне предоставила фотки, все без проблем. Фотографии домашнего цветения от орхидеи я тоже вставляю. И ну, я подумала, она должна быть моей. Вот. И я, считайте, отбила, я же говорю, я перебила бронь, предложила больше и отбила бронь у человека, который ее забронировал. И девочка согласилась. Согласилась, она мне ее отправила, все как не может быть. И я зашла к девочке на ее профиль, посмотрела ее объявление, и у нее очень много видовых орхидей сортовых от именно от Швертера. Так что у меня не было сомнений, что она меня не обманет, что растение соответствует действительности.
Вот, и я у нее ее приобрела. Я безумно рада. Сейчас я, наверное, ее все-таки аккуратненько вытащу. Ну, разболтала ее, разболтала. Вытащу. И, кстати, она говорила, что у нее есть где-то, намечается, как детки. Где-то лезут у нее новые. А где, я не вижу. Есть, что-то такое проклевывается. Я не знаю, детка это или нет. Увидите ли вы или нет. Хочу вам показать. Сейчас, наверное, камеру в руки возьму и вам покажу. Все, я уже увидела, где она говорила. Боже, ну они такие маленькие. Так. Просто очень интересный экземпляр. Мне интересно с этим проэкспериментировать, с этим пеньком. У меня такого никогда не было. Ну, допустим, я еще свои орхидеи не собираюсь омолаживать. И сам сорт мне очень-очень понравился, очень интересный. И у нее губа, у нее пушистая губа. Это очень нечто просто. Допустим, в коллекции иметь такое растение, если, не знаю, ну даст деток или каким-то образом выживет, ну, я буду очень довольна. Вот там в середине, как прикорневая, есть такая вот. Там намечается новенькая, зелененькая. Мне просто интересен этот экземпляр. Просто для наблюдения, для... Тем более, какие корни классные. Но она должна жить, и она должна что-то выдать. В конечном итоге что-то мне выдать. Вот. Ну, пень. Как пень. Пень замечательный, я считаю. Я еще хочу ее сейчас вытащить. Не знаю, стоит это делать или нет. Просто сделала перевалку, переставила. Вот она комком держится. Ком корней и ком коры ее родной. И сейчас я досыплю вот этого старой ее коры. Добавлю, я вижу, что тут нету кокосового волокна, чтобы было побольше ей, ну, как бы влажности. Добавлю уголька свежего и добавлю немножко своей коры. Вот, и прикрою, наверное, вот это вот по краям бортиков мохом. Сейчас буду это все делать. Корни, я хочу вам сказать, отличные. Ни одного гнилого корешка нет. Видно, что хозяйка с поливом все нормально. Правда, я не хочу лезть туда под шейку, под попу. Я аккуратненько, может, засуну кусочек пенопласта аккуратно-аккуратно. Там ничего нет, там кора. Корни отличные. Нет, не... Просто они хотят пить, они сухенькие, вот. Сделала я перевалку, добавила свежей коры, добавила кокосового волокна, добавила уголька, перлита, мох поверху. Сейчас она у меня немножко постоит, привыкнет к температурному режиму, и потом я ее полью. Потому что она очень сухенькая. И буду ждать от нее результатов каких-то. Корешки отличные. А, да, и положила я под шейку пенопласта со всех сторон. То есть там где-то 3-4 небольших кусочка пенопласта. Его не видно. Уже не видно. И все. Вот такая была орхидейка.